могут быть. Вот, кстати, момент у Кузьмина. Кузьмина, бросок и шайба в воротах. 1-0 в пользу Салавата Юлаева. Мухаммадуллин получил 3 минуты. Вот здесь Пустозеров, бросок, гол. 4-2 в пользу Салавата. Линия его поддерживает, но передача идет на Кузьменко. Резкий разворот, момент и гол. Очень красивая шайба Андрея Кузьменко. Прострел Мурдасова, и это дубль Кузьменко. Филипенко справа, Вовченко, бросок и гол, 2-0. До выхода четвертого у Динамо, Стенко с передачи, бросок, гол. Вот здесь Вовченко забивает, и опять это гол в большинстве, Вовченко. Авангарда, и получится контратака, момент, гол, 3-2. Смотрите-ка, отбирает шайбу, выход 1-1, и второй. 4-2, это Титунов. Напомню, 0 голов в меньшинстве в регулярке. 0.